нет, отнюдь. Рассказать стих, который я ни разу не читал, но стих о таком же собрании, которое проходили на Арбате, в ирландском пабе. Называется «Ирландский паб». Паб ирландский, подземное чудо Арбата. Здесь поют, декламируют, тихо бубня. Здесь на сцену наркотик попали ребята, и без паба теперь не живут и ни дня. Я свой стих уложу на прокрустово ложе лимита, разорву его плоть, соблюдая количество строк. Гнев председателя гнев мне страшнее, чем пули бандита. Это знают здесь все, кто приходит сюда на часок. Я иду к микрофону, как шли гладиаторы Рима. Стих и рифму забыл от волнения я. И за это по-женски кольнет меня милая Инна. И дубиной таланта прикончит Бестужев Илья. Я люблю вас, поэты, М.М. председатель. Вы стихами и песнями можете счастье дарить. Вива Вита и братство поэтов-писателей, кто над прозой жизни умеет порой воспалить. Коротенький стих. Я не знаю, к чему его отнести, но вот такой родился. Называется «Жизнь – игра». Мы играем с тобою какие-то игры. Это покер, маджонг. Это покер, рулетка, маджонг, преферанс. Не мухлюй, мой друг, не будь во мне тигра. Твоя жизнь совершит до нуля декаданс. Ролевая игра. Что быть может прекраснее? Ученица, учитель, больной и сестра. Можно сделать прикольней, смешнее, опаснее. Все, что хочешь, предложит такая игра. Ты помятый тромбон, а я нежная скрипка. Сколько нежных мелодий мы сможем сыграть. Будут плакать сердца, все тронет губы улыбка. Если ноты точны, если в них не солты. Спасибо.